пацаны. Ну что, продолжаем искать заменителя, хорошего заменителя долбанной игрушки Dirt 4, которую мы все с вами ждали и так сильно обломались от ее великолепия и классности. И уже будем, как говорится, молиться и радоваться вот таким вот играм, пусть и аркадам, но зато, как говорится, приятные глазу. И благодаря нашим с вами разбирательствам мы делаем и управление как бы лучше. В общем, собственно, сегодня поэтому и пойдет речь. Хочу сегодня с вами поделиться, значит, как я, значит, раскрыл один фокус, секрет. Все вы знаете, что хреновенько, значит, назначаются контроллеры. Вот, вы знаете, да, что игра не распознает два сразу контроллера. Повторяюсь, для тех, кто смотрит мой канал или, как говорится, кто впервые смотрит, значит, у меня самодельные секвенталки и ручники, подключены они к джойстику старому, ну, допустим, Logitech, это может быть любая фирма, и, соответственно, компьютеры, ну, чтобы их увидел компьютер. Вот. Всегда во всех сериях VRC, 3, 5, там все, игра не видел никогда. Совместно два контроллера, то есть руль и как бы другой джойстик. И что я вам хочу сказать, после некоторых манипуляций я добился этого действия, у нас все работает. Значит, смотрите, что мы делаем. А вот они у нас контроллеры, да, контроллер сеттинг. Так, нет, точнее, вот кнопочки забинживать. Вот смотрите, что у нас получается. Видите, да, появились новые кнопочки. Это как раз кнопочки моего старого джойстика Logitech, соответственно, и вот они, секвенталки и ручники. Значит, смотрите, когда просто мы, допустим, вот назначаем, да, к примеру, да, вот видите, сразу, или, как вам сказать, рулевая кнопка нажимается, да, или вообще непонятно, как она нажимается. То есть, смотрите, что может быть. У меня до этого даже не получалось назначить лепестки. Вот, допустим, давайте попробуем. Раз. Вот, видите, я даже не могу лепесток назначить. Что за нахрен? Понимаете? А оказывается, весь секрет очень прост. Разбирательство этого секрета, его вскрытие, открытие, мне обошлось, наверное, дня 3. И тут до меня дошло, что, оказывается, можно сделать так. Вот, давайте, допустим, попробуем на хендбрейк, к примеру, да? Вот, раз, вот, и хрена. Тогда надо нажать на него и, значит, согласиться. Тогда у нас назначится. В результате вот таких вот ковыряний, манипуляций, еще что хочу сказать, я переустановил игрушку и выключил долбанный антивирус. Потому что, вот, допустим, я не знаю, какой у вас, у меня Avast. Avast, он вообще обезумел, он становится хуже Касперского. Он до такой степени вообще все банит, все блочит, да хрен знаем чего. Короче, я его отключаю до перезагрузки, устанавливаю игру и перезагружаю. И, в общем, смотрите, какая у нас эпопея. Вот сейчас мы, значит, с вами прям, значит, вот, видите, пожалуйста, все назначается. Если не будет сразу назначаться, тогда, как я вам сказал, значит, X, значит, выбор, нажимаете, что вам надо на вашем контроллере, может быть, на авиационном вот этом вот джойстике, вот, держите, и на А согласиться, тогда у вас все получится, ну, по крайней мере, там, после нескольких попыток тыканий у вас по-любому получится, не как у меня, я разбирался неделю и 3 дня разгадывал вот этот секрет. Ну и вот, собственно, значит, у нас Shift-Up, вот, вот, пожалуйста, моя секвенталочка работает. Shift-down. Вот такая вот красотища. Так что вот такие дела. Что хочу сказать быстренько по игре, значит, по управлению, да? Давайте сейчас сразу. По управлению помогли и как бы ребята. ВКонтакте у нас есть в группе товарищ, давно в ней катается, с момента, наверное, сразу ее приобрел. Это Владимир Змарода. Передаю тебе привет.
ВКонтакте, нашей общей группе. И вот, значит, тут тоже была мышиная возня. Он мне скинул настроечки, ну не мне, а нам в группе, да. И, значит, он поделился так, что в дровах надо ставить 540, а здесь вот это вот регресс, ну эти градусы, да, надо ставить вот, допустим, 384, ну 350, грубо говоря, да, вот так, так, вот что-то среднее. Вот, ну остальное смотрите, как бы у меня. Единственное, что только хочу сказать, то что, как Владимир посоветовал, оно немножечко здесь все совершенно по-другому получается. Я тоже поставил, допустим, 540, а вот при выборе вот этого 384, да, она игра видит 384. И более того, хочу сказать, когда мы выходим из игры, я захожу в дрова, и у меня в дровах 384. То есть игра даже залазит, получается, в драйвер, и, соответственно, назначает вот этот Angel. Ну, собственно, и все, что тут. Вот, смотрите, настройки. Так, ну, геймплей у нас тут. Что тут, сложность я поставил на всю. Помощники все отключены. Difficulty Expert. Дальше только легкая. Ну что, давайте прокатимся. Так, возьмем, тут прекрасное дополнение идет у нас, да, этот, как его, Ярис. Машинка Toyota Yaris. Значит, вот мы ее и возьмем. Абсолютно любой трек беру. Погнали. ショートカット、イントゥ右4オープン。
Сандо Джамп, Нейби, Афон, Инту, Мини, Лонг, Пайп, Йок, Шоу, Санджи. Кидари, Сан, Лонг, 60, финиш. Так, что сразу скажу по графе, да, значит, графа здесь получается а-ля первый дёрт. Да уж извините меня за такое сравнение, но первый дёрт. Ничего из 2016 года я здесь не увидел вообще. Ну, может быть, что-то получше. Ну, чё, и графа, и нормально. Значит, не в этом суть я. Что тут хорошо, красиво, и чем эта игра цепляет, и хочется в неё поиграть. Здесь очень хорошие спецучастки. Очень всё продумано, вот эта вся коварность, хитрости. Вроде летишь, вроде пролетаешь, а там раз камешек. Или вот как на этом повороте, по-моему, вот это длинное скольжение, можно было улететь, да. Вот. Спецучастки здесь вообще красота. Вообще, вот прям вот для аркады, прям вообще красота. Если бы еще это было симулятор, ну, было бы еще лучше. По управлению что хочу сказать, вроде оно как-то, ну, рисковатое очень. Блин, делаешь градусов на 20 побольше, уже все вяло. По ручнику что хочу сказать, ручник, игра слушается нормально, ручника. Единственное, что вот закидывание машины немножечко непонятно. Вот, но это так, это чисто опять моя непривычка еще к управлению, потому что Владимир, который давал настройки нашей группы, он говорил, что действительно дня два надо постараться ни во что не ездить, кроме как в одну эту игру. Вот. Ну что я хочу сказать, достойная игра, и уж лучше, точно лучше в тысячу раз долбанного четвертого дёрта. Я вот сколько себя заставляю, даже не могу в него опять начать играть. Сделал там пару роликов и то по асфальту, а на гравии я метра не могу проехать. А все вы знаете, я, как говорится, не Алёша в параллельных симуляторах, и Ричардс Бёрдс, и вообще не хочу. В общем, что хочу сказать, достойная игрушка, разбирайтесь с управлением, вам, как говорится, я все дал, разбирайтесь с кнопками, любители симуляторить, пожалуйста, вот все у нас назначается, как бы все красота и вообще прям конфетка. Для аркады, еще повторюсь, это супер вообще игра. Для аркады это симулятор. Так вот я скажу. В общем, все успел сказать. Всем спасибо за внимание. С вами был я, Виталий Вит. И удачи виртуальных раз. Пока-пока.